Глава государства принял сборную страны для участия в Паралимпийских играх в Токио и пожелал им удачи. Соревнования в этом году пройдут с 24 августа по 5 сентября. В них примут участие 25 спортсменов. Они будут защищать честь страны в 7 видах спорта. Отметим, это будут 6-е Паралимпийские игры, в которых примут участие спортсмены из Казахстана. Для развития этого спорта в регионах действует 16 специальных клубов и школ. В 2008 году в столице был открыт и тренировочный центр, посвященный Паралимпиаде.